Всем привет! Вы на канале Лилины Басята. Сегодня на уроках нашей мамы мы будем лепить для кофе. Дети придут и будут. Нашей мамы? Я ваша общая мама? И Лилина, и ваша, да? Да. Это уже как имя будет? Я многодетная мама, да? Конечно. Вот, смотрите, легкий пластилин детям уже раздали. Вот Лила сейчас будет показывать. Что, куда, где лепить? Где ребята часы? Выбирают цвета какие, нужно два выбрать для лепки дракоши. Уже хватают пластилин, вот Лила им все показывает. Сегодня Лила проводит урок, а не мама. Лила вот показывает, как лепить дракошу. Выбрали каждые два цвета, какие им больше нравятся. И начинают. Из пакетиков, знаете, да? Пластилин трудно иногда бывает достать, особенно когда он свежий. Вот уже первые этапы готовы. Это только начало. Смотрите, какой красивый. Смешные такие, да? Конечно. На разных всяких жвелёв похожи. Пока что. Ну вот уже вырисовывается. Готовый почти. Только крылышки остались. Вот. Красота. Какая красота. Дети сделали вот такие. Ровки делают сейчас. И у каждого по-своему красивый такой, да? Посмотри, да, каждый такой. Да, все такие разные. Все такие волшебные для кофе. Абсолютно интересно очень наблюдать за процессом лепки, как дети лепят. У тебя нос свой засунул, чтобы внимательнее увидеть. Геннадий рассматривает, а дети очень бурно реагируют на Геннадия. Им так нравится, когда он приходит на уроки. Геннадий или Байсики, когда приходят. Да, я обожаю приходить на уроки. Все дети меня рады видеть. Очень-очень они в восторге от моего прихода всегда. Сейчас они очень заняты, поэтому они меня почти не замечают. Конечно, у них же ответственность, они лепят. Они увлечены процессом. Им не для меня. Вы смотрите, какая прелесть. Красивая получилась, только глазок еще нет. У одного глазки. Только. Нет, у двух, у зелененького еще есть глазки. Да. Вот такие вот замечательные. Все разные. Один с магическим фаром, другой с цветочком и мороженым. Третий вообще с хлебушком. Один с сердечком, другой с пружинкой и короной. Красота, да и только. Молодцы, молодцы ребята. Ко мне ходят очень талантливые ученики. Конечно, я таких еще детей не видал. Замечательно. Все дети очень талантливые, а вот но каждый в своем. Вот и главки были. Мне все нравятся одинаково. А вот уже конец учебного года. Это был последний урок. И сладкий стол. Праздничный пока. Стол. Праздничный, да. Чай сладкий. Пьем. Чаепитие такое. Чаепитие, да. Поздравляем всех с успешным окончанием учебного года. Желаем всем замечательных каникул. Замечательных, конечно. Теплого лета. Лето замечательное. Всего хорошего желаем. Всего самого замечательного. Привет, привет. Сейчас я тоже поем немножко. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Очень вкусно, очень здорово. Мама придумала сделать такой маленький сюрпризик. Ура! Наступают каникулы! Можно гулять целое лето, 3 месяца впереди. А вы знаете, что сегодня 1 июня, День защиты детей? Вот так. Поздравляем всех ребят с началом каникул и с Днем защиты детей. Будьте все счастливы и здоровы. И все-все-все у вас будет замечательно. Желания ваши исполняются. Вот и все для кофе и мы. Все, всем пока-пока! Сейчас мы еще немножко поиграемся. Дети очень любят Басиков и Лили. Конечно, я и Бартоломея. И смотрю со сторонки, чтобы вот слежу за всем такой вещь. Я ответственный. Ну что, пока-пока! Пока-пока!